Кстати, кто просил мукбанк, чтобы я была одна? Пожалуйста. Давай картошки пожарим. Господи. Всем привет, всем привет! Вы снова на нашем канале, вы снова на нашем мукбанке. И сегодня у нас жареная картошечка. С грибочками. Еще у нас салат. А еще анчоусы и да. Оливочки с анчоусами. Крабовый салат. Сами готовили, сами ли жарили. Еще сметаночка. Угу. Сачок какой-то папа купил. Яблочко. Сачок, там зеленое яблоко, сельдерей. В общем, сегодня вообще объедение все у нас. Да. Смотрите нас до конца, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ладно, я буду накладывать себе салат. Вам вилочку. Давай. Так, картошку папы, наклади мне эту картошечку. А где сегодня икает? Целый день. Целый день. Ик-ик-ик-ик. Ик-ик. Я так. Пока налью. Ты воду будешь? Я сачок. Вот такая. Сачок. Еще дымится. Дымится. Так, потушил. Ой, специально ходили за грибами. Сачок потом. Ой. Я думал, в лес скажешь. Угу. Никто не против сейчас сходить. В магазин сейчас сходить в радость, поэтому всей семьей собрались и пошли. Оп, спасибо. Так, кто еще будет? Я думаю, уже достаточно салата. Ладно. Не можно. Да, мне без грибов. Ну я уже и накладываю тебе без грибов. Салатик что-то. У нас, знаете, почему салат такой? Потому что у нас крабовые палочки. Любит Авиге. Авиге любит. У нас яйца остались. Их надо куда-то девать после Пасхи. А нам динозавр привез Пасху. Салат хороший. Сегодня мы распределили ресурсы. Там готовили салат. А я готовил картошку с грибами. Грибочки. Это королевские шампиньоны. Да, у них отличается вкус от простых белых. Угу. Более грибной. Насыщенный. Поэтому, ну и они поэтому дороже, естественно. Так, что, давайте по салатику. Тебе положить салат? Да. Давай. Карантин день не 11-й какой-то, не я говори. До сих пор не подстригся, да, не побрился. Кстати, YouTube разрешил говорить не карантин. Да. Так, салатик приплыл. Я все равно хочу вот анчоусы. Попробуйте анчоусы с лимоном вообще просто. Угу. Я честно променял анчоусы на селедку, потому что мне так больше нравится. Они большие, так достанем, но они прям такие масляные. Их надо... Вот так вот сделать. Сегодня, кстати, в России день донора. Я, кстати, никогда не была донором. Я тоже. Но. А мы будем сегодня. Завтра будем читать комментарии. Угу. Сегодня все занято. Сегодня все занято. Я к этому. Чего ты к этому? В донорство отношусь спокойно, то есть... Можно мне бокальчик? Если люди... Зелье. Такое вот. В общем, я считаю, что это выбор каждого человека. Гадость добавить. Если вы не готовы стать донором, то лучше себя и, я думаю, не терзать, потому что надо. Вот. Я вот почему не сдаю кровь? Потому что мне кажется, что ну, любая иголка, да, это лишний раз ты себя подвергаешь риску. Ну да. Вот поэтому я и не хожу. Хотя плюсов от этого очень много. И как тебе, организму, так и тем, кому нужна эта кровь. Потому что, насколько я знаю, там до выходных дается, и за год можно приличное время сдавать кровь по количеству раз. Там еще хорошо, что тебя еще и проверяют быстренько.
на различные заболевания, экспресс-тесты у них. Подойдешь ты или нет. Но для меня немножко это психологически, скажем так, тяжело и немножко страшно. И больновато. Ну вот, может быть, кто-то боится просто. Да, потому что, например, когда я была беременная, нужно было сдавать на СПИД. Я была беременна, Артём повез меня в СПИД-центр первый раз. Ну, представляете, какой у меня вообще просто вот... Ну, то есть морально мне было вот просто... Морально мне было тяжело. Ну, ты как-то вот ощущаешь себя очень сильно дискомфортно. А кто-то свободно. Ну, в любом случае, к этому нужно прийти осознанно. Ну, у меня уже запрещены сычокины, мои болезни. Кстати, посмотрите на нашем втором канале видео о Виге. Она его сама снимала. Это, скажем, ее дебют в Ютубе. Детский канал. Да. Прям салатик с картошечкой. Оливочки. Ну почему люблю анчоусы? Потому что их не нужно чистить. И у них костей не бывает практически. То есть их не чувствуешь. У них послевкусие такое особенное. Мы такой салат ели на Новый год последний раз, по-моему. Новый год это твоя мама готовила. А тебе такое понравилось? А, или с курицей, она готовила, по-моему. Да, с курицей. Я так анчоусы хвалю, как будто я их сам вырастил в аквариуме и потом приготовил. Смотри, вот такие вкусные салаты. Тебе понравился? Угу. Ну вот, я, кстати, хотела сказать, что в этот салат я не добавляю рис или капусту. Кажется, он его как-то утяжеляет. Вот мне нравится, когда просто крабовые палочки, огурчик, яйцо и кукурузка. Я такой классный. Ты попробовала сок с сельдереем? Мне понравился такой, интересный. Да, цвет только у него. Как будто вода забродила в аквариуме. Да? У меня были в детстве рыбки. Закрой глаза. Ну да, кстати, он просто пахнет сельдереем, а вкус какой-то просто яблочный. А что со стаи? Концентрата. А был хлопок при открытии. Да. Яблочный сок и пюре из сельдерея. Нет, хорошенький. Я же выбирал. А, только из концентрированного сока и пюре сделано. Пометочка. Я выбирал. А можно мне сок? В общем, есть. Где тостка? Так, с этого я пила. А у нас здесь. 30-е. Что у нас? Ну давай, я уступаю. Нет, я просто хотела сказать, что у нас будет на неделе. Чего ждать? Не знаю. По мукбанкам. Анонс? Да. Ну давай. У нас будут куриные шашлычки на кабачках. А рыбные котлетки, кажется, или митболы рыбные на пюре шпината. И что еще? Пасха шоколадная. Ну, пасха, да. И... Где-нибудь она промелькнет там, в Инстаграме или... Ну, рецепты будут в Инстаграме, а вот... Мукбанки они... А что ты еще? А что это еще? Это картофельная, там, по-моему. А ты помнишь, что еще? Ну, посмотри, отобьемся. В общем, я решила прочитать, потому что... В общем, будет кулич
Крафин или крафин пасхальный. Вот такой, смотрите. Потом будут тефтели. Тефтели из рыбы со сливочным соусом и отварным картофелем. Потом будут шашлычки из курицы и ананаса с кабачками. Так выглядит. Мне кажется, это будет первым. Ну, давайте... я всегда оставляю голосование, да. Или пишите в комментариях, кому интересно первым блюдо посмотреть. Какое блюдо первым нам приготовить? Куриный рулет с тыквой и шпинатным пюре. Вот я ошиблась. Вот что будет у нас на неделе. Это понедельник, вторник, среда, четверг. Нет. Это вторник, среда, четверг. В субботу у нас, как обычно, эфир. Да. Будем делать пиццу. Ну, кстати, еще проголосуем, домашнюю или нет. Кстати, кто-то написал, там семки хочет. Вот я почему-то тоже семечки хотел. Нет, я семечки не люблю, я их много, во-первых, не съем. Я тоже, но я чуть-чуть ем. Да. Можно мне картошку? Я тоже чуть-чуть ем. Да я уже свои. Поварю. Уж ладно, что ж. Уж ладно, что ж. Ой, смотрю Инстаграм. И на выходных мелькают одни шашлыки у всех на природе. Смотришь, сейчас очень сильно завидуешь у тех, у кого свой дом, своя территория. Да, городские облизываются, сидят. Да. В этом плане, конечно, да. Никто тебе ничего не скажет. Но 30 апреля приближается, и мы очень-очень надеемся, да, что все у нас заживет, откроется. Вы как, кстати, думаете? 30 апреля все или все-таки нет? Все, ты уходишь. Ты куда? А там нет ступеньки? А, туда упала, что ли? Давай я упаду. Это кукуруза. Надя, подайте еще по салфетке, я все выброшу. Ну, давай. Вот, у меня грязь. Спасибо. Пожалуйста. Спасибочки. А какая ты умничка. Ну, тогда я мончался. Я уже больше не могу кушать. Аккуратненько, только не закидывай в рот. Надо было, кстати, порезать. Забываем. Да. У нас это уже ужин. Следующий бомбон мы сделаем. Полез. Почему у меня пустая тарелка, да? Ну, пап все съел. Угу. А чем ты тыкву с вилкой? Я показывала. Ну, показывать не вилкой. Ой. Зачесался нос. Хорошо, сидим. Прям такая, мы, знаешь, сегодня думали, мы хотели сначала пасту сделать, потом что-то как-то резко. Картошечки захотелось. Ну, с грибочками и салатик. Нет, что у нас? Сначала мы хотели чебуреки. А, да. Потом мы хотели корейский самгипсаль сделать. Ну, да. Псевдокорейский. Мы на эфире, да, по-моему, говорили про это? Да. Потом мы все-таки решили, давай картошки пожарим. Господи. Это звонит брат Артема, и он сейчас в армии. Паша. Продолжайте. Паша. Алло.
единственный из братьев, кто пошел служить. Артем этой участи избежал, потому что мы учились с ним в политехе. И в политехе можно было сразу поступить на военную кафедру. Там по субботам они, кажется, ну там, я не знаю, конечно, мальчишки, куда они ездили, ну, типа, служили. В течение, по-моему, всего курса. Вроде Пашу. Да. Ну вот. Поэтому, ну, у Артёма есть военный билет, и поэтому его в армию не забирают. Вот. А братья Пашу вот забрали. Почему? У них, ну, у них не было, я не знаю, может быть, было, но у них его не, он учился в России, поэтому... Тюмени. Может быть, у них, не знаю, если честно, может быть, он не ходил, а может быть, у них нету такого, вот этой военной кафедры. Вот. Он, кстати, ехал в поезде уже, ну, как в армию их, их всех собрали, и у них в Тюмени была остановка. Ну, поезд остановил, через Тюмень, короче, поезд их ехал. И вот мы его поймали. И он уже бритый, в форме. Он тоже вышел на минуток 10 и поехал, ну, уже служить. Не, мне кажется, если бы Артема забрали в армию, я бы, наверное, урыдывалась бы, наверное, каждый день. Скучал. Угу. Угу. Мы его звонки не пропускаем, потому что им можно звонить там чуть ли не раз в неделю, в какое-то определенное время. Вот, если он звонит, и то не всегда у него получается даже в раз в неделю, ну, позвонить. Пойдем. Не вернусь. Хорошо. Поэтому мы обязательно с ним разговариваем. Кстати, кто просил мукбанг, чтобы я была одна? Пожалуйста. Вот, собственно, у нас сегодня почти 3 в 1. Ой. Салатик. Божественный. Потому что его готовила я. И Авигея. Авигея тоже нарезала крабовые палочки. Но не все. Тихо, тихо. Это там шуршит. А можно мне салат на уши? Да. Салат тебе понравился, да? Ну, картошку что-то я не наелась. Фу-фу-фу. Пу-пу-пу. Там еще есть салат. Ты не весь порошок, да? Чуть-чуть. Да. Ну что, спасибо, что заглянули сегодня на наш канал. Ждем вас завтра. Обязательно оставляйте, поучаствуйте, не оставляйте, поучаствуйте в голосовании. И будем завтра готовить что-то вкусненькое. Ждем вас завтра. До новых встреч, пока. Поцелуйки. Я все хорошо слышу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И колокольчик. Угу.